Я не причиню зла. Хочу помочь. Я видел слова проклятия на стене. Я мог бы его снять. Ты притаскивал людей, чтобы они сели с тобой за стол, так? Я составлю тебе компанию. По своей воле. А это для Ремеса. Теперь займемся тобой. Давай-ка без ложек. Нет, так не пойдет. Ты искал ложку, которая тебя накормит. Но у нас ее нет. Значит, придется есть без ложек. Взгляни на свое отражение. Кажется, подействовало, но не так, как я ожидал. Посмотрим, что там с Вихтом. Смердел он так, что найти его будет нетрудно. Тихо-тихо, спокойно, я не причиню тебе вреда. Еды. Дай мне еды. Я заберу тебя в безопасное место. И я взял ее на руки и принес сюда. Для нее это единственное подходящее место. И правильно сделали. Здесь она быстро придет в себя. Не извольте беспокоиться, я обо всем позабочусь. Здесь она в безопасности и скоро встанет на ноги. Ухаживать за ней будет непросто. Когда я ее нашел, она ничего не ела уже лет 100. Ужасно.
Что же с ней произошло? По пути она рассказала мне свою историю. Ее зовут Марлена. Некогда она была красавицей и гордой наследницей поместья Трастамара. Однажды вечером она устроила прием для друзей, а какой-то попрошайка пришел к воротам с миской и ложкой. Уселся у забора и стал ждать. Я слышал об этой традиции. Древний закон гостеприимства велит накормить и напоить такого гостя, чтобы он не ушел голодным. Нарушение оного обычая могло повлечь несчастье. Марлена в грош не ставила старые обычаи. Она прогнала попрошайку и сказала, что скорее бросит объедки со стола собакам, чем отдаст ему. Нищий сломал ложку и произнес проклятие. Потом он сказал, что ты, красавица, больше никогда не захочешь взглянуть на себя в зеркало. Она обожала пиры. Он пообещал, что больше никто не сядет с ней за один стол. А за то, что она отказала ему даже в объедках, он предрек, что во всем мире она не сможет найти такой ложки, которая утолит ее голод. Суровая кара. Как я понимаю, снять такое проклятие было непросто. Проклятия очень коварны, порой парадоксальны. Главное понять, в чем хитрость. Марлена многие годы искала способ снять проклятие. Обратившись в вихты, она стала воровать ложки, заманивать людей в дом, чтобы они сели с ней за один стол. Но все без толку. А что сработало? Надо было по собственной воле сесть с ней за стол, принять пищу, не пользуясь ложкой, и сделать так, чтобы она захотела взглянуть на свое отражение. Как? Только и всего? До самых простых решений порой труднее всего додуматься. Если ты вихт, тебе безумно трудно найти человека, который согласится сесть с тобой за один стол. Это верно. Но главное, что все уже позади. Прошу вас не беспокоиться. Здесь о ней хорошо позаботятся. Спасибо. Мне пора возвращаться к делам. До скорой встречи.